еще не помню. Я ее подошел, так вот присел с ней и обнял ее. Угу. Попытался ее поцеловать, в ответ она стала меня отталкивать и просить, чтобы я от нее отстал. Угу. И все такое. Так. Это меня только больше всего как бы возбудило, и угу. я решил взять ее силой, даже против ее воли. Так. Вот. Она попыталась вырваться, но я ее удержал. Угу. Удержал, завалил, вот так вот. Руки ее вот так вот держал за кассе, потому что она пыталась схватить что-нибудь со стола, чтобы меня ударить. Угу. Мне пришлось ее запястье так. держать. Так. Потом она начала кричать. Угу. В это время я с нее снимал штаны. Вот это, что на ней были, шорты такие. Угу. Вот. А рядом находились еще трико, которые я воспользовался этим трико, закрывал ей рот. Угу. Пытался за кляп сделать, заткнуть ей рот, чтобы угу. она не кричала. Так. И в то же время я уже ее раздел. Угу. После чего сам себя снял штаны тоже в этот же момент. И вот в таком положении, в такой вот позе, держа ее и сдавливая рот, держа запястье поочередно, угу. я совершил с ней половой акт. Угу. Это продолжалось недолго, минут 5, после чего я ее отпустил.